Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в PS The Town Red, смотреть новые интересные уровни. Сегодня серия будет посвящена ограблениям банков. Ребят, сегодня посмотрим несколько уровней и, соответственно, выберем самый интересный. В правом верхнем углу вы сможете проголосовать и выбрать самый крутой уровень по ограблению банка. Вот так вот. Ну и, соответственно, ребята, обязательно прямо сейчас напишите в комментариях ваш любимый фильм про ограбление банка. Мне будет очень интересно почитать, и поставьте лайк. Косик, если ждете новую серию по Payne the Town Red, чтобы она вышла гораздо быстрее, чем обычно. Ну что ж, поехали. Так, и первая у нас карта ограбления банка начинается. Так, мы находимся возле, я так думаю, что какого-то хранилища. Огромное количество дробовиков. А мы, видимо, сюда подвезли. Прямо есть и пистолеты, и дробаши. Конечно же, я возьму, ребят, наверное, дробашек. Это одно из моих любимейших. Ох ты, елки-палки, откуда здесь столько полиции? Они сагрятся на меня, нет? Нет, вроде бы я пока ничего такого плохого не делаю, они на меня не агрятся, естественно. Естественно, они хорошие полицейские, поэтому они на меня не агрятся, они как бы ждут, они охраняют. Надеюсь, сейчас они пока не загрятся, но попробуем сейчас мы как-то пройти. Тут у нас, видимо, черный ход какой-то, да, наверное? Я не знаю, что у нас здесь находится. Нет, сюда, наверное, никак не пройти, я даже не знаю, для чего вот это вот сделано, какой-то проходик. Ну что ж, давайте попробуем зайти в банк и посмотрим, что у нас внутри. Если мы зайдем сейчас с дробашом, то не знаю, как люди отреагируют. Ух ты, какой у нас огромный банк, прям вообще, слушайте, прямо очень большой. Так, пройдемте вот сюда и... Ох ты, елки-палки, посмотрите, они что-то сразу на меня сагрились, да ладно. Бам, понеслась, ребята, жара. Понеслась, тут и охрана, и на кассе все, и люди прям вообще капец. Что происходит? Так, проходим здесь, ну что? Ух ты, там у нас, по-моему, ребят, внутри... Внутри у нас здесь, видимо, само хранилище находится, я так предполагаю. Оба, здесь два охранника за мной. Кто-то тоже бегут. Ух ты, так, отходим. Посмотрите, здесь сколько баблища-то, а. Есть, одного охранника смяли. Так, вот этих ребятишек тоже нужно будет убрать. Деньги полетели, посмотрите, деньги полетели. Вообще с ума сойти, сколько здесь баблища-то, а. Нам, наверное, должно хватить их как-то, да. Можно даже ими покидаться, можно даже... О, даже деньгами кого-то убить, вот так вот даже, да. Даже так можно. Так, нам нужно отсюда выбираться, ребят, нам нужно отсюда выбираться. Я забыл мешок, по-моему, в машине. Мы столько денег не унесем просто. Нам нужно выбраться и попробовать сходить еще за оружием. За оружием? Ох ты, елки-палки! Ё-моё, со спины налетели, со спины гады налетели полицейские, вы видели, да? Полиция приехала, это была охрана, они прям замаскировались, и я, в принципе, нашел пистолет, попробуем сейчас, ребята, затащить. Вот это сегодня у нас заруба, дорогие друзья, ставьте лайкосики, поддерживайте нашего грабителя, ничего себе, подпрыгнул, вот это да. Так, кто кого, ребят, кто кого затащит, сейчас попробуем затащить, конечно же, мы. Постараемся сегодня выбраться из этой жести. Как обычно, ребят, это жесть самая настоящая. Так, у нас есть смайт, можно попробовать, наверное, сейчас они встанут, я попробую берсерка. У нас осталось 6 человек, и мы должны всех убрать свидетелей. Уж такая судьбинушка у грабителей. Бам! Так, ударище и... Еще! Ох ты! Всю охрану, ну-ка, а вот так. Отходи, 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 с ноги, ну, пробей. Вот это да, вот это бойня. Да, два человека у нас остается. Два человека, а у меня больше патронов, наверное, и нет, да? Или есть патроны? А где у нас два человека еще остались, я что-то не вижу. Наверное, где-то здесь, в хранилище. Вот они, да, все, ребята, зачистили. Берем бабулесы, посмотрите, сколько здесь денег. С ума сойти, сколько бабла. И попробуем отсюда выбраться. Но я думаю, что без свидетелей сейчас подъедет наша машина, и мы должны отсюда уехать. Главное сейчас найти мешок. Походу мы это все понесем в руках. Нужно где выход? А, вон он выход. Все хорошо, ребят, подгоняем тачку и погнали. Я поставлю лайк, Ben Hates называется этот уровень. Я поставлю лайк этому уровню, а мы идем дальше. The Bank Job называется, банковская работа. Или работник банка, как-то так, наверное, да. Мы сейчас попробуем, я даже не знаю, может быть, мы будем на стороне работника прямо находиться, да. Видимо, я работник банка, возможно, да. Возможно так. Мы находимся в самом банке. Ух ты, у нас здесь дробаш, есть самурайский меч. Красота. И это два моих напарника. Так, которые, я так думаю, что мы, наверное, пришли банк грабить. Да, да. Нет, я, наверное, мы грабители, скорее всего. Да, потому что мы не работнички. Работнички с ножами не ходят, да. А здесь у нас охрана.
Так, здоровый дядя охраняет самый ценный, видимо, вон там он чемодан с баблом. Естественно, мы должны сегодня прорваться, но я думаю, наверное, будет у нас вот так вот, да, бам, 9 человек. Ох ты, ё-моё, нифига себе там народу. Отходим, отходим, отходим. Так, залетаем сюда. Что у нас здесь? У нас есть один пистолетище, холодильник пустой, видимо, это для охраны. Заходим сюда, нам нужно будет пробраться. Пробраться. Стулья. Они, видите, двери загородили стульями. Ну, я бы сказал, что второй уровень не особо надежная здесь охрана. Потому что, ну, кто же двери закрывает стульями, если здесь только бабулесов. Ну, кстати, здесь и денег поменьше, и охраны поменьше. Так что мы, я думаю, с этим делом справимся очень быстро. Это у нас, в принципе, вторая карта. Это же наш напарник. Погоди, наш напарник, а второй тоже напарник. Слушай, а что это он согрелся-то на нас, а? Погодите. А, они хотят, они нас хотят, наверное, кинуть. Да, мы же как бы в троечка-то были. И представляете, они меня кидают, как обычно в фильмах, да, происходит. Наверное, и в жизни такие же ситуации, конечно же, бывают, когда трое чуваков договариваются, давайте, короче, бомбанем банк, а потом они в конце концов думают, так, надо бы слить как можно больше своих напарников, чтобы, типа, моя доля была самая большая. Но такого не будет. Такого не будет, самая большая доля достанется нам, потому что мы как бы их раскусили и, соответственно, все спланировали. И идем дальше, потому что 11 человек всего было на карте, там маленькие, такое ограбление небольшое. Да это так, как бы, это подработочка у нас была, но тоже, в принципе, можно поставить лайкосик, я думаю. Лайкосик, я думаю, что заслужил этот уровень все равно. Автор старался, ребят. Поддерживайте тоже серию лайком, обязательно. И следующая, The Bank, называется просто банк. Карта следующая называется просто банк. Сейчас посмотрим, что за простой тут банк, а может быть он не такой и простой, как здесь просто написано, да? Так, оба, мы где-то находимся, какая-то могила, чувак какой-то лежит, странно. Мне кажется, это какая-то могила, откуда здесь лопата? И странно, уровень как бы немножко подлагивает, тут у нас какие-то деньги, АТТ, что бы это значило, ребят, напишите в комментариях, может быть, это какая-то отсылка к чему-то. Но карта прям подлагивает. Либо она такая огромная, просто невероятная, либо, я даже не знаю почему, она немножко подлагивает. Странно, странно. Так, ну, в принципе, ох ты, елки-палки. Посмотрите, пират уже пытается вынести немножко бабулесов. Вытащить он пытается. Охранник, бег на месте у охранника. Ладно, тут, в принципе, уже идет ограбление до меня. Я-то вообще-то подошел, но смотрю, уже, в принципе, грабит уже до меня. Это странно. Видимо, очень опасный райончик. Так, в туалете сидит дядя с дубиной огромной. Но если мы сюда пройдем, наверное, не все сагрятся, да, так предполагаю. Так, наверное, да, отпрыгиваем вот так вот. Отпрыгиваем, тут куча охраны. О, вот, вот это сокровище, ё-моё, давайте разбираем. Ребята, столько бабулесов, серьезно, вот это да. Но карта почему-то дико лагучая, я не знаю почему. А что с ней не так? Ух ты, посмотрите, у охраны есть пистолетище, ага. Это у кассира, кстати, есть пистолеты. Нужно, наверное, слить как можно больше братвы, чтобы они как бы это, не лагали, наверное, как-то так. В этом смысл, да? Я так предполагаю, да? Наверное, как-то в этом, да? Пирата надо мочить. Так, валим. На кассе почему-то у нас братва стоит. И как бы им вообще пофигу. Они как бы вообще никак не реагируют. Я не понимаю, почему так дико лагает. Маленькая вроде бы карта. Может быть, она не такая маленькая. Может быть, что-то скрывается здесь. Какое-то очень большое и непонятное. Какой-то, может быть, очень серьезный большой уровень. Ух ты, гад, а? Смотри-ка. Смотри-ка, он начал агриться. Так, давайте отойдем куда-нибудь. Давайте отпрыгнем, выйдем на какую-нибудь территорию. Меня, блин, сейчас просто убьют. Ребята, убили, нифига себе, да ладно. Просто невероятно, как меня здесь убили. Вот это да, кто бы мог подумать, да, что на такой маленькой карте. Кстати, сейчас, наверное, меньше лагает. Возьму-ка я лопату. Давайте, наверное, сразу начнем с жести. Я предлагаю сразу же начать с аудитории вот с этой вот, да. В туалете дикая заруба пошла. Хватаем, наверное, вот эту дубинку. Блин, елки-палки. Ё-моё, что происходит, ребята? В туалете пошла, ребята, заруба невероятная. Вот это вот такая вот работа в банке, да? Такая вот работа в банке. Так, кассиры, подвиньтесь, у вас есть пистолет. Я знаю, что у вас есть пистолет. Готов. Так. Берем вот эти вот дубины.
Блин, очень странно. Paint the Town Red, она как бы такая игрулька. А, в принципе, иногда уровень вроде бы, казалось бы, маленький, но иногда подлагивает. Ну, не знаю, с чем это связано. Может быть, с оптимизацией самой игры, но... Так. Выносим. Минус 3 сейчас только что было. Проходим дальше. Так, хорошо. Еще минусы делаем. Еще хорошо, прекрасно. Минус за минусом. Работаем, работаем. Нам главное сейчас выжить, ребят. Главное сейчас выжить. Выстоять. Так, охрана, охрана. Валим охрану. Повара. Повара налетают везде. Тут что, здоровый двухметровый дядя. 9 человек остается. 9 человек остается. Что будем делать, а? 9 человек. Ох ты. Так, тарелку. Тарелочкой. Тарелкой убиваем еще. 7-6 человек. Прекрасно. Давай-ка вот этого здорового дядю рубанем, а? Так, 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 так. Есть. Берсерк у нас включился. Замечательно. Есть, ребят, берсерк. Кто ж ты, кто ж... Слушай, а вот этого чего вообще как бы никак не согрит, а? Так, у нас есть... О, у нас есть... Есть! Есть, меч есть, офигенно. Офигенно. Топоры есть, это уровень, видимо, где у нас кабинет босса, да? Это самый главный босс, ребят, здесь находится самый главный босс, и... Я думаю, что надо его добить, ребят, у него есть меч. У него есть меч. Так... Да ладно, все мечи об него ломаются. Слушай, он лютый. Лютый, товарищ. Очень лютый. Отходим, 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 отходим. Валим, 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 валим. А, так, как бы тебя, зараза-то, грохнуть-то, а? Слушай, он здоровый, здоровый мерзавец. Здоровый так просто не дается. А, может быть, найдем какое-нибудь оружие. А, кто у нас еще, кстати, остался здесь, а? Так, у нас кто тут еще мог остаться? Об него все ломается. Естественно, босс... Как обычно, это глава хозяин банка. Это хозяин банка. Yes! Готово! Готово! А кто у нас еще остался? Погоди, два человека где? Где тут могут быть два человека еще спрятаны? Куда они спрятались? А, может быть, они... О, здесь у нас меч был. Вау! Ребят, может быть, это из-за такого количества денег лаги идут? Просто невероятная куча денег. Вообще с ума сойти. Откуда столько бабла в таком маленьком банке? А, вот еще охранники, оба, вот это да, слушай, я вообще про них не видел. Yes, готово, готово. Так, ну все, сваливаем, уровень, конечно, лагучий, но мы его, ребят, прошли. Я предлагаю посмотреть еще последний уровень, чтобы уже выявить максимальное количество, так скажем, интересных уровней про банки. Ну, давайте поставим ему лайкосик, ну, ребят, за лайки, ну, как бы, я имею в виду, за лаги, они как бы такие, как бы, нужно автору немножко поработать, потому что, блин, The Bank просто уровень, довольно лагучий уровень, Small Bank, последний уровень, ребят, который мы сегодня посмотрим, это маленький банк, и потом уже дальше... Ребят, вы оцените в правом верхнем углу, не забудьте проголосовать, выбрать уровень, который вам больше всего понравился. А, ну а мы начинаем. Последний финальный уровень, и я вижу, что маленький банк, он довольно тоже будет интересный. Что у нас находится в маленьком банке? Так, здесь у нас деньги считают, отлично. Здесь у нас, тут какая-то идет заруба, что там? Что за звуки? Тут же где-то уже идет битва. Ух ты! Там у нас, в принципе, дробашки есть. Можно бы взять, наверное... Давайте начнем с того, что мы просто у охранника отбираем дробаш и как бы начинается битва. Мне кажется, нужно здесь поработать над охраной, чтобы лучше была охрана в маленьком банке, потому что охрана здесь не к черту. Охрана здесь реально не к черту. 5 человек у нас остается. Тут у нас какие-то 2 чувака. Тоже сливаем 3 человека у нас. И все, ребят, все, все, изи. Я думаю, сейчас, наверное, просто вот сюда забежим. Это у нас, видимо, оружейная, да? Бам! Вот это да! Все! Воу! Слушай, мы разобрались с ним вообще очень быстро. И этот уровень, обратите внимание, что абсолютно не лагает, все нормально. Видимо, значит, тот был предыдущий уровень с лагами. Кстати, здесь у нас еще самурайский меч лежит. Ну, в принципе, я думаю, что этот уровень просто перенасыщен оружием. И я думаю, что здесь проиграть было, наверное, крайне трудно. Но мы, ребят, все равно выстояли. Мы во всех уровнях прошли от начала до конца и победили. Дорогие друзья, ну а если вам нравится Paint the Town Red, то прямо сейчас ставьте лайк. Не забудьте проголосовать,
выбрать уровень, который вам больше всего понравился, и написать в комментариях, почему именно вам больше всего понравился данный уровень. И, соответственно, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у меня есть Twitch канал, на котором проходят у нас прямые трансляции, где мы общаемся с нашими подписчиками, играем в разные игры вместе. Приходите туда, ссылочки все находятся в описании. Всем счастливо, хорошего настроения. С вами был Родригес, и увидимся, ребята, очень скоро, если нажмете прямо на следующее видео. Всем счастливо и пока-пока!